Пойдет ли Виктор Михайлович на субботний исполком? Спрашиваем с намеком. Говорят, Бернштанги ищет себе помощников. Без комментариев, потому что не могу комментировать до исполкома какие-то. Ну, я не знаю, какие там фамилии вообще будут звучать, поэтому мне тяжело отвечать на этот вопрос. Единственное, что я могу сказать, то, о чем у нас речь шла в федерации, то, что мы просили, коллективно просили многие тренеры, все, которые присутствовали, это 8-9 человек, когда у нас совещание было по календарю, чтобы мы сохранили 14 команд. Все-таки на наш взгляд, надеюсь, что к нам прислушаются, на наш взгляд, что 12 команд это, ну, будет довольно-таки ущербный чемпионат. Комментарии на завтра дал председатель правления БАТЭ Анатолий Капский. Гончаренко в национальной сборной не будет. Значит, я сказал, что Виктор Михайлович, у нас не рабовладельческий строй, и вы вольны выбирать. Или работать с главным тренером клуба, или помогать господину штабу. Не будет в следующем чемпионате и 14 команд. Обоснования тому экономические.